Они вновь подготовили страховочное оборудование, проверили исправность карабинов и бросили вызов самим себе. Усовершенствовать личный результат, преодолеть препятствия, справиться с поставленными задачами – вот цель участников открытого первенства городского округа по спортивному туризму. Соревнования эти ежегодные, их проводит центр «Романтик». На этот раз более 300 спортсменов собрались в школе номер 13 имени Джанибекова, где им предстояло пройти дистанцию на искусственном рельефе. Это молодая дисциплина в спортивном туризме. Здесь спортсмены демонстрируют свои технические умения на скорости прохождения дистанции. Осуществить спуск с высоты более 5 метров, используя страховочное оборудование, затем подняться по вертикальным перилам наверх, перестегнуться на навесную переправу и осуществить спуск. Это задание первого класса. У второго дистанция более сложная. Здесь добавляется скалодром. Самое сложное, мне кажется, это подъем по навесной переправе, потому что она считается как крутонаклонная, и не каждый спортсмен быстро может преодолеть ее. Соревнования проходили в течение 2 дней. В первенстве приняли участие спортсмены как из Щелково, так и других муниципалитетов региона, а также столицы. Ребята из центра «Романтик» дистанцию прошли уверенно, без сложностей не обошлось, но справились. Прокомментирую, как 9 из 10 то, что я сделала. Мне не удалось с первого раза закинуть ноги на переправу, и это практически ничего не сыграло. Я все же закинул ноги и прополз хорошо. Все перепуталось, и я распутывала, стояла там. Но справился. Да. Вот что нужно, чем нужно обладать, какими качествами спортивными туристами, чтобы справиться в любой ситуации? Храбрость. Ловкость. Смелость. Мозги. Хитрость. Спортсмены могут столкнуться с разными ситуациями. И вот чего не отнять у настоящего туриста, так это умение сосредоточиться, не растеряться в разных условиях, даже если карабин не открывается. И ты висишь на высоте более 5 метров, как это было на соревнованиях. А ведь на естественном рельефе она может быть значительно больше. Так что им не привыкать к подобного рода трудностям. Они бросили вызов себе, усовершенствовали личный результат. Ознакомиться с итогами первенства можно в группе ВК Туристско-краеведческого отдела «Старт». Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.